Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Stickman в тюрьме. Третья часть. И у нас 74 уровень, называется «Вот ты и попался». Не знаю, что будет, если я нажму рычажок этот. Вон оно что! И как это интересно пройти мне? «Вот ты и попался» называется. Оп! Все. Фу, хорошо. Нормально. Успели. Все надо делать очень быстро в этой игре. Ну, не все, конечно, но большинство всяких заданий. Ах, не успел я. Ах, не успел. Так, сейчас мы быстренько пробежим. Опа. Ох ты, ё-моё, в смысле? Алло. Да, и это уже не смешно, ребята. Я не ожидал такого подвоха. Что она там тоже так закроется. Оп, так, успели. Так же и с ключиком у нас, ребятушки. Такая же ситуация. Такая же ситуация. Подходим. Оп. Все. Теперь я никуда не попался. Теперь я выхожу с этой уровня, с этой тюрьмы. И мы переходим в 75-й. А название тебе ничего не нужно. А, мне ничего не нужно. Ну все. Тогда я пройду. В смысле? Ну мне же ничего не нужно. Так, это не работает. Смотри. На все, что я нажимаю, оно все исчезает. Все исчезло. Все исчезло, ребята. А, вот прикинь. Я на все понажимал, все поисчезало. И мы проходим уровень. Хорошо. 76-й. А движение это жизнь. Ох, нифига. Тихо. И чё? Блин. Как сложно, как оно еще быстро. А, движение это жизнь. То бишь, если я буду двигаться, то эта штука не будет работать. А, быстрее беги. Движение это жизнь. Понятно. Надо постоянно двигаться. А, надо постоянно двигаться, ребята. Потому что если не будем двигаться, то оно будет так вот захлапываться. Захлопываться. А мы бегаем. Все нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, уходим отсюда. Ах, твоя походка идеальна. 77-й уровень. Твоя походка идеальна. Что-то тут будет с походкой. Прыжки нормальные. Походка вроде бы тоже неплохая. Ох, нифига, подожди, в смысле? Что за фигня? Подожди, давай еще раз попробуем. Я нажимаю на эту штуку. Понял. То бишь, если я двигаюсь сюда, это влево. Ну, хоть прыжки не изменили. Ой, как сложно будет, а? Непонятно. Ну ладно, сейчас я вроде бы понял. Ох, тихо. Так, а ну-ка. Влево, это направо, правильно? А ну пробуем. А нет, теперь нормально стало. Теперь все нормально стало, когда я взял ключик, ё-моё. Так. Очень такой непонятный уровень, вообще сложный. Да, сразу можно очень легко пролететь. И у нас 78 уровень, толкайся и лети. Ой-ой, в смысле? Вон как. Толкайся и лети. Понятно, ладно. Угу. Так, ладно, сейчас мы оттолкнемся с вами, ребята. Опа. Так, а сейчас будем вверх лететь. Так, вроде бы понятно. А вот сейчас непонятно. Непонятно было. Нам надо было оттолкнуться. Хорошо. Ага, тихо, здесь спешить не надо. Так, идем сюда. Отталкиваемся сюда. Отталкиваемся. Ай-яй-яй, как я так быстро поспешил, ё-моё. Вот тебе и уровень. Так, оттолкнулись, пролетаем. Может быть, долетим? Да, долетели. Так же самое. Не знаю, долетим, наверное, не долетим. Поэтому здесь надо аккуратнее быть. Так, все, оттолкнулись. Теперь ждем, когда эта штука поднимется. Так, а ну-ка. Все, она нас притягивает вниз. Правильно?
Да. Так, теперь вот здесь. Теперь вот так вот вниз. И все, уходим, уходим, уходим отсюда. Вот это уровень. Да, тяжко. 79-й называется «Привет». Привет, привет. Прыгаем нормально. Все вроде бы здесь нормально. Так, здесь тоже нормально все. Причем здесь привет, не понял, непонятно. Причем здесь привет, ребята? Давайте заберем ключик. Так, а почему привет-то? А, нифига! Ты видел? Ты видел, там что-то, там рука какая-то прилетела и меня щелкнула. Все понятно. Привет. Ё-моё. Привет от какого-то босса. Оп. Ну и где? О, босс летит. А! Да как так он меня задел-то? Алло! Как он быстрый, а? Привет этот. Я не знаю, что с этим приветом делать, что самое интересное. Ладно, надо его просто перепрыгнуть. Этот привет. Просто мы его перепрыгиваем. Оп, все. Так, назад он не вернулся. Хорошо, нормально. Надоедливые ящики. Так, тут получается появляется куча ящиков. А, мы их можем щелкать, да? Ну, нормально тогда. Так, а ну нет, все. Ящики мы щелкаем, и они исчезают. Ну, в принципе, несложно. Главное, чтобы на моем пути никакой ящик не создался. А, в смысле? Почему я умер-то? Я что-то не запомнил. Так, ладно. На нечего вставать нельзя, или что такое? Давайте их похлопаем. Не понял, почему. Что произошло? Ага, блин. Они мне мешают конкретно, причем. Так, взяли. Взяли, идем. Аккуратненько. Все, уходим отсюда, уходим быстренько. Надоедливые ящики. Это вообще непонятный уровень был. Контролирую каждый шаг. Понятно, понятно. Понятно, что ничего не понятно. Тихо, тихо. Здесь спешить не надо. Контролируй, говорит, каждый шаг свой. Оп. Все. Тихо. Контролируй каждый свой шаг. Но мы будем просто стоять. Ничего страшного не произойдет. Ну хорошо, что они схлопываются не так быстро. Как можно было. А, нифига меня все-таки шлепнуло. Контролируй, написано, каждый шаг. Ребята. Каждый шаг это значит каждый шаг. Ёлки-палки, тихо. Вот меня и щелкнуло за эту штуку. Да. Тут спешить не надо. Контролировать нужно каждый свой шаг. Все, теперь мы уходим. Очень медленно. Оп. 82-й хитрый лифт. Что-то будет с лифтом. Не знаю что. Но что-то нехорошее. Хитрый. Почему он хитрый, интересно? Ё-моё. Хитрый лифт. Подожди. Если он хитрый, как тогда его? Ага. Так, он сейчас будет резко спускаться. Стопудово, да? Опа, я так и знал. Я так и знал, ребята. Все, выходим с этого уровня. Хитрый лифт, действительно. Так, подняться, поднялся со дна. Что это значит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поднялся со дна. Так, ну я же взял ключик. А, вот еще второй есть ключик. Ё-моё. Так, берем. Ага, тут еще третий ключ. Да ё-моё, сколько у вас много-то?
Три ключа. Ну хорошо, что здесь выступы есть, и то хорошо. Так, чё он? А, вон еще, ё-моё. Так, не успею. Подождем. Не успею, подождем. Так, сейчас надо будет прыгнуть. Ах, не успел. Ладно. Опа, успел, ребятушки, еще один. Еще у нас один ключик есть. Тут надо будет как-нибудь запрыгнуть сюда. О, врезался я, врезался, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давайте еще раз. Здесь надо аккуратно думать. А вот ключ, 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 ключ. Есть. Теперь я знаю, где второй ключик. Справа. Справа, справа, справа ключик. Так, вон у нас слева теперь. Успею, не успею. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Так, теперь вон, справа сверху. Ладно. Так, здесь спешить не надо. Опа, есть. Хорошо. Вот и открылся у нас, открылась дверь, и мы уходим. А здесь у нас есть какой-то босс. О, тихо. А, ну, в принципе, понятно. Эта штука стреляет, прям подушка отстреливается назад. Опа, ах, нифига. Да, слушай, а я не могу перепрыгнуть тебя нафиг. Ага, нет, умирает. Мне надо встать вот здесь где-нибудь. Оп, оп, нормально. Здесь мы будем стоять и ждать. Давай, стреляй уже. Ух ты, как быстро он начал стрелять, ёп-моё. Сейчас вообще очень ускоренно будет. Опа, о, что-то я быстро-быстро прыгаю. Ой, успел. Все, умер он, как замечательно. Подушечка, давайте попробуем, что будет. Нет, подушечка, от подушечки мы не умрем. Хорошо. Вот такой был у нас, ребятушки, босс. Ну а следующий уровень, 85-й, маскировка. Мы будем проходить в следующем, ребятушки, уровне. Не уровне, я сказал, а ролике. Так что обязательно подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. И обязательно передавай приветы. Я передам тебе привет в следующем ролике. Всем пока-пока, до новых встреч.